Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня самый обычный разговорный видосик. Хочу обсудить некоторые интересные моменты, так что можете продолжать играть в WoW и при этом параллельно слушать видосик. Можете дальше дропать ракету, желаю вам удачи в этом нелегком деле. Можете дальше делать замечательные локалочки для получения репы, ну или заниматься твинками. Что ж, давайте поговорим о планах на февраль оставшийся, а также реально затрону интересные моменты, которые произошли недавно и скоро произойдут. Февраль. Несмотря на то, что уже почти половина февраля прошла, стоит все равно поговорить. В планах. Твинки, раскачка профессий, крафты инструментов для вас на Гордуне, также на ДК крафчу пояса и нагрудники. Хочу просто-напросто на твинках прокачать неплохой реноун с целью того, чтобы получить различные награды. По типу там за репу всякие дают, пояски, перчатки, шапки, ножки. Это в целом неплохо для одевания твинков, и если я там что-то буду на них делать в будущем, то как для старта это будет вполне неплохо. Мало ли мне захочется какого-нибудь второго твинка. Ну, всякое может возникнуть. Хотя ДК на текущий момент мне полностью нравится по геймплею, полностью меня устраивает, и со второй половины легиона играю на ДК, в целом полностью классом доволен. Также касательно нововведений, что могу сказать, появился спонсор, которого мы видим, да, на текущий момент в правом нижнем углу. Не забываем кликать по ссылочке, которая будет под ютубовским видосиком, ну и также по баннеру, который находится под стримом. Кликаем, кликаем, изучаем, смотрим для себя что-то интересное и, быть может, что-то классное, дешевое найдете. Дальше две довольно-таки круглые, хорошенькие цифры, которые радуют меня, которые мотивируют меня заниматься тем, чем я занимаюсь дальше. Первое — это 16 тысяч подписчиков на YouTube, что довольно-таки неплохо при условии того, что Warcraft, мы прекрасно знаем, не особо в ру-сегменте популярен, и в последние года он угасает по таким очевидным в целом причинам. Люди меньше играют на актуале, люди меньше играют на официальной версии, и по этой причине меньше интересуются официальным контентом. Очень жаль, потому что некоторые просто боятся оплачивать игровое время, покупать тайм-карты. Ну, я скажу, что фарм голды — это занятие легкое, при условии, если у вас раскачаны профессии. Я не знаю, каким образом с 1 февраля по 8 или по 9 сделал 500 тысяч голды. Что я такого продал жесткого? Ну там может быть один мешочек тысяч за 100, и далее это все крафты, крафты, крафты. То есть при условии еще того, что я беру с людей там то 1000, то 5000 голды, я просто пишу то, что кидайте голды, сколько не жалко. То есть я не прошу каких-то баснословных цен в 50 тысяч голды за крафт. Окей, окей. А также Twitch 29 тысяч. Twitch дропсы, конечно, этому поспособствовали, не спорю, но можно на стримы заходить и не только в момент твич-дропсов, можно просто на стримы заходить и просто периодически там в чатике здороваться, например, или что-то спрашивать. Заходите на стримы, не стесняйтесь, потому что именно там происходит вся активность, и именно там в целом происходит все общение абсолютно. Да, иногда могу как-то агрессивно ответить, да, иногда могу быть не в настроении, но перепады настроения, такая вещь вот случается иногда. Но в целом, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что я самый добрый и всегда желаю вам всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. А на этом действительно все, сказать мне более нечего. Планы Рошагет еще убить, конечно, нужно в мифике, и диплом еще нужно написать. Вот, я бы на самом деле не отказался от каких-нибудь умных людей, которые могли бы текст составить под диплом, под именно дипломную разную часть, там, введение, прочее. Ну, ладно, это, наверное, мечты, я думаю, я сам лучше с этим справлюсь. До скорого, на этом все.